Всем привет, меня зовут Сергей Мидлин, я студент 6 курса Сеченовского университета, обучаюсь по специальности лечебное дело и в будущем собираюсь быть отоларингологом. Также я работаю в лаборатории нейрохирургической анатомии в Институте нейрохирургии имени Бурденко, где мы занимаемся проведением различных мастер-классов. Например, недавно мы разработали мастер-класс по эндоскопической хирургии носа для ординаторов. Молодые медики практиковались на голове барана. О таком обучении я задумался несколько лет назад, когда сам размышлял на тему того, как лучше научиться эндоскопической хирургии. Тогда я узнал, что для этого лучше всего подходит голова барана. Через какое-то время мой руководитель мне предложил провести такой мастер-класс, и мы его провели в учебном центре Карл Шторц, немецкой фирме, производитель эндоскопа. А в этом году я стал участником Олимпиады «Я профессионал» и получил золотую медаль. Ну, я не знаю, как более торжественно сказать. Золотую медаль? На минуточку. Мне, как золотому медалисту, была предоставлена возможность поделиться впечатлениями об Олимпиаде с президентом. А Олимпиада — это такой объективный, вот, независимый механизм, который позволяет независимо от всяких там связей, каких-то вот внутренних механизмов проявить себя. А я как бы как врач в третьем поколении знаю, что это вот эти такие теневые механизмы, они очень часто имеют большое значение. Я рекомендую всем будущим участникам не слушать тех людей, кто будет вам говорить, что это Олимпиада для своих, и все победители уже давно известны. Это неправда, и на своем опыте я в этом убедился. Поэтому пробуйте, и у вас все получится.